О, это враги! Ничего себе, боже мой, кто это такие? Всех с Новым годом, дорогие друзья, с вами Колдреди, и мы начинаем прохождение миссии в игрушечке Stick War Legacy. И давайте начнем с самого нового, у нас 44-я миссия, потом, конечно, мы начальные тоже пройдем. Миссия 44, уничтожить статую врага. Вавилонские баррикады против князей племени Иноморта. Играем пока что на нормале. И кого бы прокачать? Я думаю, стоит прокачать шахтеров. Давайте пока что так попробуем. У меня будут слабенькие юниты, но зато шахтеры у меня будут прокачаны. Начинаем. Уничтожить статую врага. О, слушай, у меня есть глаз. О, смотрите, король идет. Ничего себе. Офигеть, это что-то новенькое. Мы должны защитить короля. Он может атаковать, интересно? Король может атаковать, ребят, смотрите. Прикольно, он дерется. А, и также у нас есть... О-хо-хо, спартанец. Смотрите, какой он сильный. Пока что он пройти не может. Ладно, его отпустим. О, это враги. Ничего себе, боже мой, кто это такие? Офигеть. Надо подготовиться, надо срочно подготовиться. Мне кажется, я не пройду, ребята, они уже пробираются. Какие они здоровые. Что-то мне немножко страшно. Так, ладно, копим армию. Ой-ой-ой-ой. Но им долго будет пробираться до нас. Это пока что первая баррикада, потом будет вторая баррикада. И третья будет заключительная. Нам нужно как можно быстрее собрать золото. А, подожди, наверное, слабеньких беру. Давайте лучше вот этого за 500 возьмем. Он нам поможет. Да, будем ему управлять, если что. Так он будет быстрее бить. Сколько их? Два мечника обычных и три гиганта. Ёлки-палки, что-то я их побаиваюсь, ребята. Мне кажется, я не готов. Два лучника у нас. Также есть король. Надеюсь, у нас все получится, ребята. Что-то мне страшновато. Давайте, ладно, пускай три лучника будет, что ли. Неподготовленные, конечно, у меня ребята, неподготовленные. Будет жестко, будет очень жестко. Давайте для массовки, что ли, мечников повыбираем. Из усилителей у меня вообще ничего нету. Вторая баррикада, ребятки, они почти пробили ее. Фу, мы это сделаем, обязательно сделаем, ребятки. Обязательно подпишись на канал Дариди и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Если вам понравится данная игрушка, будем чаще ее снимать. Они уже рядом, елки-палки. Мне очень страшно, ребята. В атаку, ладно, в атаку. А нет, защита. Мы быстрее баррикаду пробьем, нам этого не надо. Нам не нужно этого. Так, я вот этим буду, наверное, управлять. Больше для массовки. Ну что ж, ребят, это уже близко. Начинаем в атаку. Они отступают, чего? А почему они отступают? Это очень странно. Они копят лучников. Все, они баррикады пробили, теперь они будут копить армию. Они сейчас меня боятся, я думаю, да? Так, тут, в принципе, спереди еще есть золото. Можем шахтеров сейчас взять, чтобы золото быстрее добывали. Еще троих хотя бы. Будет нормально. Может, попробую им наступить, а потом, если что, отступим, пока мало у них лучников. Давай попробуем наступить. Пускай пока у нас копятся ресурсы, мы попробуем наступить. В атаку, ребята! Они отступают, серьезно? Так, бьем стату. Может быть, мы быстро сможем победить? Минус половина. Ребята, у нас все шансы. У нас и король подошел. Все, отступаем. Отступаем. Промазал. Мы почти уничтожили. Короля бьют. Король очень медленно ходит. Фига себе, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Походу, они сейчас будут наступать. И у них здоровяк есть. У меня нету здоровяка. Я почти уничтожил ихнюю базу. Так, рано. Здоровяка нужно подбить. Все, в атаку.
Ё-моё! Нас отбрасывают, нас просто откидывают. Ну, убейте же здоровяка! Ну кто-нибудь! Уже лучники стреляют. Минус здоровяк! Давай, пожалуйста! Они победили. Ну ладно, это пока что первая попытка. Я думаю, мы справимся. Вторая попытка. Я тут решил немножечко нашим мечникам прокачать броню. Сейчас мы возьмем побольше, наверное, работников. И мы уже начнем нападать. Я хочу тоже разрушить быстрее вот эту баррикаду. Потому что они, в принципе, до нас не нападают. Возможно, они боятся нас пока что. И сначала они хотят просто освободить проход, чтобы их рабочие тоже эффективнее работали. Видите, они уже добывают тут ресурсы. А я еще не добываю. Может, как-то их отпугнуть? Давайте попробуем это сделать. Надеюсь, они отступят. И мы тоже будем добывать ресурсы. Да, они отступают, ребят. Они отступают, я так и думал. Окей, ладно. Тогда мы тоже сейчас добудем ресурсов как можно больше. Так, все нормально, никто не погиб. Неужели пойдут в атаку уже прямо сейчас? Кажется, да, ребят. А, нет, 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 они будут стоять в защите. Ладно, окей. Раз, два, три, четыре, пять. У меня 6 работников. Они у меня очень быстро добывают, но по чуть-чуть. По чуть-чуть, по соточке. Все-таки я решил, так как у меня много мечников, пускай лучше у мечников будет брони побольше. Чтобы такие воины, как вот этот копейщик, вот еще 2 копейщика, также лучники, у них было больше времени нанести максимум урона нашим врагам, да? Может, действительно побольше лучников попробовать? У них 3 очень сильных, ребятки, очень сильных юнитов. Также мечники у них прокачанные, смотрите, по броне они на максимум. Лучники по броне тоже вроде как прокачаны, или по урону. Плюс у них гигант еще есть, у меня такого нет, ребят, излишества. Мне будет сложнее. Так, все-таки за 500 надо больше делать юнитов, я думаю, да? Давайте юнитов, наверное, накопим, чтобы на максимум 50 человек, да, было. 50 вместимости. И тогда уже будем нападать. Золото у меня, в принципе, порядок. У меня быстро добывается золото. Давай за 500. Вот за 500 возьмем. Может, 5 лучников достаточно будет? Или еще можно? Может быть, 6. Давайте 6 на всякий случай. Ладно. Лучники нужны, я думаю, тут. Армия копится. 35. Нападать не будем. Я боюсь гиганта. Гигант выйдет скоро. Скоро пойдем в атаку. Так, сейчас отнесет еще. Давайте за 500 возьмем. Они, эти копейщики, довольно-таки долго держатся. Может быть, стоило их лучше улучшить? Не знаю, ребятки, не знаю. Может, действительно, лучше воинов надо было улучшать. Но, с другой стороны, у меня не так было бы много золота. Мы бы медленно добывали. Так, зато быстрее. Ладно, еще 2 лучников наймем, чтобы 8 было. И все, и будем, наверное, стараться пикетчиков делать, копейщиков. Все, последний лучник. Можно мечников немножко для массовки. Ой, опасно, ребятки. Так, 40, у меня уже 40 единиц. У них, у них колдун есть, у меня колдуна нету. И никаких усилителей у меня тоже нету. Вот это я понимаю армия, смотрите. Хорошая, большая армия. Но у них тоже здоровяки. Какие страшные. Так, еще одного. Так, у меня уже копейщиков сколько? Один у меня прям максимально прокачанный. А что делает король, я не знаю, ребят. А если убьют короля, видимо, я тоже проиграл автоматически. Я думаю. Брутальный тут, ребята. Так, 46.
Ху-ху-ху, уже 8 будет, да? 8 лучников, 8 копейщиков. Я думаю, у нас очень хорошие шансы. Плюс, пока мы будем нападать, мы же золото как раз подкопим, чтобы на поддержку хватило. Но у них вот только 3 самых сильных пока что, да? А остальные, в принципе, слабенькие. Ну вот колдун тоже, 2 колдуна, вот это опасно. Они по мостовке бьют, и мечники, возможно, быстро погибнут. Поэтому лучше мечников сейчас не делать. Лучше больше копейщиков, они сильные. Ой-ой-ой-ой, уже 3 колдуна. Ой, я боюсь, ребят, 3 колдуна, это очень-очень-очень плохо. Но у меня 8 лучников, главное лучников беречь. Так, все, пора, ребята, ребята, наступаем. Все, нас 50 человек. Ой-ой-ой-ой-ой. Они уже отступают, ребята, они уже отступают. Можем быстро их свергнуть? Я успею, реально. Отступаем, отступаем, отступаем. Отступаем. Ой, боже мой. Я не хочу погибнуть. Идет здоровяк. Все, ребят. В защите стоим. Где лучники, лучники? Они короля пытаются убить. Наступаем. Наступаем, ребята. Боже мой. Ой, как много взрывов. Очень страшно, очень страшно. Ё-моё. Ну как победить? Как это победить? Мы ничего не можем сделать. Ребята, в атаку, ну же. Надо колдунов убить, они очень больно бьют, колдуны. Нет, ну пожалуйста. Ребята, держитесь. Они пробрались. Да ну ты серьезно. Все, статую уничтожили. Это невозможно. Сложно, ребята. Я не знаю. Ну, тут нужны, наверное, только копейщики. Тут, наверное, даже лучники нам не помогут. Только копейщики. Копейщики, наверное, и лучники. Как-то так сделаем. Давайте плюс 20 к здоровью, наверное, прокачаем. Здоровью и шанс блока. И также на урон. Не будем мы прокачивать наших трудяг, прокачаем боевую единицу и будем стараться чаще именно вот их создавать. Мы сразу уничтожаем баррикаду и создаем копейщиков. Лучников не знаю, но блин, они неэффективные, реально неэффективные. Мне кажется, нету смысла их создавать. Так, все, встаем в защите, у меня много уже работников, они самые простые, будут медленно добывать. Поэтому, наверное, еще одного вот создадим, чтобы мы максимум добывали. Ой, не смотрите, мы это быстрее прорубили. То есть они, получается, слабее. Они реально слабее. Пусть они так грозно выглядят. Но наших было намного меньше. И мы, в принципе, справились. Вот тут, наверное, надо будет наступить. Опасно, очень опасно, конечно, оставлять рабочих без поддержки. Еще один копейщик. 2 копейщика и король у меня сейчас пока что. Ладно, пускай рубит. Наш пока что добывают. Можем помогать, кстати, добывать. А, все, да? Ты только подошел. Пускай добывает быстрее. Вот отлично, процесс идет. Так, сейчас точно все получится. Еще одного. Лучше вручную, конечно, помогать им. Так будет быстрее процесс. Я прям не хочу сейчас лучников брать, потому что, блин, ну, они только единицы занимают. Они не такие уж и сильные.
Хотя, может быть, с другой стороны, все-таки стоило, да? Как дополнительная поддержка. Лучники очень слабые. Вот тут лучники хорошие при защите базы, они очень хороши. Я думаю, сначала нужно будет напасть, потом отступить, потом пускай лучники тут повоюют, да? Лучники постреляют в здоровяка. И только потом уже добивать будем, нападать. Было бы здорово, прям идеально, если бы мы здоровяка убили. Я думаю, как только я на него нападу, ребят, как только нападу, сначала он отступит, а потом будет контратака, да? Поэтому мы должны подготовиться к этой контратаке. Фу-фу-фу, я такого еще ни разу не делал, но я хочу именно копейщика взять. Может быть, это будет лучшая тактика. Вы ее запомните и повторите. Я на это надеюсь. Главное сразу не нападать. Я единственное, знаете, что еще боюсь? Я боюсь, что он дойдет, если здоровяк дойдет до статы, то он сразу ее уничтожает. Вот это самое страшное. Нельзя допустить, чтобы он дошел. Или дождаться, пока он... Нет, нет смысла ждать, пока он наступит. Так, у нас уже неплохая армия. А если быстро попробовать стату разгромить? Я не знаю, получится, нет? Может, в этом смысл? Но они, когда они наступают, то статуя получает какую-то броню, неуязвимость на короткое время. Полагаю. Работников много у нас, так что нормально. Давайте еще, наверное, одного возьмем работника. Все, больше точно не надо работников. Ладно, двоих, все. Чтобы по максимуму добывали. Я все-таки немножечко жду, пока они добудут. Добывают посолочки, давайте. Сейчас ровно по 500 будет, да, получается. А, еще же статуя мне приносит деньги. Куда ты? В атаку! Все, в атаку, ребята. Они рабочих начинают убивать, потому что они какого черта вы... Да ты шутишь. О, они не отступают, отлично. Я могу их сейчас уничтожить, это очень хорошо. Очень хорошо, что они не отступают. За кого я играю-то? Давай, мы сейчас вот этих здоровяков убьем. Потом будет проще. Отлично, ребята. Идеально, лучников не стоит. Они лучников боятся, из-за лучников они отступают. Сейчас мы здоровяков убьем, потом будет вообще просто. И колдунов надо уничтожить. Смотри, что делать, колдуны. Давайте, ребята. Еще троих. В атаку. Одного гиганта мы уже уничтожили. Давай, половинка. Одного половинка прям. В атаку. 84, давай. Здоровья мало у наших. Ну, блин, ну капец какой-то. Отступают. Новое достижение дали какое-то. Но нам надо тоже отступить, я думаю. Тоже отступаем. Может вообще подхиляться? Или не сами подхиляются? Они испугались, ребят. Они испугались моих копейщиков. Это то, что нам нужно. Так, хиляется. Отлично. Ну, если мы нападем, вдруг, если мы нападем, ребят. А я могу одного убрать? Чтобы он хилялся. Нет, нельзя, да? Окей, ладно. Одного здоровяка мы убили. Я боюсь вот этих колдунов. Вот они реально опасны. Никакого лучника, просто никаких лучников, ребятки, нету. Одни копейщики. Но у нас уже почти на максимум тут. Хиляется. Ну, до конца отхиляться было бы прям супер. Видели, наши наглые уже пошли добывать чужую руду. Ладно, наступаем, наверное. Наступим.
Давайте, ребята, давайте. Назад, отойди, назад. Ты нам пригодишься. Давай, вот этого здоровяка. Ну, блин. Бить его, добить немножечко осталось. Гигант почти свержен. Чуть-чуть, просто немножечко. Давай. Главное, чтобы не отступил. Чуть-чуть, совсем немножечко, ну же. Минус второй гигант, отлично, минус второй гигант. Попробуем добежать. Давай, сделай это. Я не могу. Минус один, отлично. Вот кого надо уничтожать. Отступаем. Назад, 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 назад. Подкопить. Минус два гиганта уже уничтожили. И у одного там совсем немножечко осталось. Ой, ребята, вот сейчас... Вот неплохая тактика. Вот сейчас мы разработали. Прям хорошо. Хорошую тактику разработали. Так, стоим. Золота вообще почти не осталось. Так, плюс 10. Подхиляться бы. Потом у нас будут дополнительные усилители. Я думаю, с ними будет намного проще. Один остался, ребята. Я думаю, у нас прям хорошие очень шансы. Ладно, пробуем. Пробуем, пробуем, пробуем. Третья атака. Надо лучников, лучников убить. Отлично, один. Второй. Третий. Здоровяка. Отлично, отлично, отлично. Ты мажешь или нет? Отступает, отступает, гад. Не, назад, назад, отступим. Отступим. Иначе гигант выйдет. Уходим, 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 уходим. Нам надо сначала... Сначала нам нужно добить вот этого. Да, вот этого нужно будет добить. Сразу, наверное, наступаем. Надеюсь, не отступит. Надо срочно добить его. Ну же, ну же, ну же. Вот. Самого сильного возьми. Да, убили! Серьезно, мы это сделали. Лучников тоже убили. Все, наступаем, наступаем. Так, от громила мы тоже, я думаю, отобьемся. Он сейчас быстро уничтожает, а сейчас будет медленно, видите, медленно уничтожать. Все, отступаем. Отступаем. Король! Нет, король, король. О, они не наступают, они, оказывается, не наступают, ребята. Прям здорово. Даже одного лучника можем сделать. Это прям, смотрите, тактика рабочая с копейщиками, очень хорошая. И один лучник у меня будет. Все, у нас максимум. Сейчас будет самое жестокое. Надо прорваться. Ребят, я придумал тактику. Нужно прорваться и убивать вот этих магов. Маги очень сильные. По сути, я могу уничтожить сейчас базу, да? Ладно, уходим. Не, я хочу всех уничтожить, потом базу. Сначала всех уничтожим. Все, ребята, это рабочая тактика. С копейщиками. Копейщики реально очень хорошие. Плюс они у нас усиленные. Все. Все, ребят, мы сделали это. 360, найс. Могли даже раньше сделать, но я хотел всех уничтожить. О, да, ребята, скоро сундук откроем. Могу накопить, в принципе, сундуки и потом пооткрывать. Вау, 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 вау. Но, ребята, мы пока что на нормале играем, потом можем на харде поиграть и на самой сложной. Надеюсь на ваши лайки и комментарии. С вами был Дариди, ребят. Ждите новых серий. Дальше будет еще интересно. Всем до скорого. Пока-пока.